Вас приветствует информационная служба канала БТБ. В студии Виктория Третьяк. США готовы содействовать проведению всеобъемлемых реформ в Украине. В этом президента Украины заверил по телефону вице-президент США Джозеф Байден. Петр Порошенко проинформировал его об усилиях украинской стороны в вопросе организации прозрачного расследования трагедии самолета малазийских авиалиний и о результатах переговоров с Нидерландами и Австралией по выяснению обстоятельств авиакатастрофы. Джозеф Байден, в свою очередь, выразил поддержку усилиям президента Украины по взаимодействию ветвей власти и подчеркнул готовность Соединенных Штатов содействовать проведению всеобъемлемых реформ в нашей стране. Вице-президент США отметил поддержку Украины в рамках сотрудничества с МВФ. Стороны также обсудили применение двусторонних механизмов макрофинансовой помощи Украине. Украина готова выполнить все обязательства в рамках программы МВФ «Стендбай». Об этом президент Петр Порошенко сказал директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард в телефонном разговоре, информирует пресс-служба главы государства. Согласно сообщению, Петр Порошенко заверил, что украинская власть вместе с миссией фонда разработали план реформ для реализации программы. Глава государства также сообщил, что он провел встречу с Арсением Яценюком, председателем Верховной Рады Александром Турчиновым и председателями фракции. Он отметил, что парламент за вопрос о доверии правительству должен проголосовать в течение 10 дней. Сейчас, по словам президента, все члены кабинета продолжают выполнять свои функции. Со своей стороны Кристин Лагард подчеркнула, что Украине необходимо двигаться в рамках той программы правительства, которая нашла поддержку МВФ и считается реалистичной. Внеочередное заседание парламента состоится 31 июля. Президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк и руководители фракции договорились вернуться к вопросам изменения бюджета и налогового кодекса, а также рассмотреть вотум доверия правительству, сообщает сайт главы государства. Президент в который раз подчеркнул, что распад коалиции не должен парализовать работу парламента и не является поводом для отставки Кабмина. Ну а пока Арсений Яценюк остается фактическим руководителем правительства. Об этом заявил постоянный представитель президента в Кабмине. Тем не менее, внеплановое заседание правительства накануне проводил вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Детальнее в сюжете наших журналистов. Новый председательствующий на правительственном заседании сразу же акцентирует. Он временно исполняет обязанности премьера и обещает, на качестве работы Кабмина это не скажется. Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк оголосил про то, что он... Премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк объявил о том, что он подает в отставку. Соответственно, им направлено заявление в парламент. Хочу отметить, что эта отставка официально не принята и пока парламентом не рассмотрена. И мы с вами выполняем обязанности в полном объеме. Правительство также выступило с заявлениями, призвало Верховную Раду принять законопроекты, которые парламент провалил. Мол, не время думать о выборах и рейтингах, надо спасать страну. С такой же просьбой к парламенту обратился и президент. Президент обратился к Верховной Раде, чтобы во вторник снова рассмотреть законопроекты, касающиеся изменений в бюджет налогового кодекса, то есть тех законопроектов, которые необходимы сейчас и стране, и являются требованием МВФ. І є, в принципі, вимогами Міжнародного валютного фонду. Прийняття правительственних законопроєктів вирішить важніші соціальні проблеми, но головне – дозволить знайти средства для дальнейшого успішного ведення антитерористичної операції і восстановлення освобождених регіонів, пострадавших від дій терористів. А от останеться ли Арсеній Яценюк в кріслі прем'єра – поки вопрос. Оксана Опришко, Наталія Пругар, Олександр Банний, Владлен 0, БТБ. Несмотря на заявление премьер-министра об отставке, правительство работает в штатном режиме. Из резервного фонда на проведение АТО и нужды военных выделили 8 миллиардов 800 миллионов гривен. Расходы определены расчетами потребностей украинской армии. Если же боевые действия затянутся, сумму расходов планируют удвоить. Использовано уже 2,3 миллиарда гривен. Осталось 5,9 миллиарда гривен. Безусловно, эти деньги не будут никуда извлекаться. Они останутся в силовых структурах и будут использованы на те нужды, которые были предусмотрены для успешного проведения антитеррористической операции.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении полковнику Александру Радиевскому звания генерал-майора посмертно. Александр Радиевский был командиром воинской части Нацгвардии. 23 июля во время спецоперации по освобождению Лисичанска вместе с бойцами он попал в засаду. Во время боя с бандформированиями полковник погиб. 15 июля президент Украины наградил Александра Радиевского орденом за мужество третьей степени. За ночь террористы 5 раз обстреливали позиции сил АТО со стороны России. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке. В частности, из артиллерии 2 раза обстреляны позиции близ Червонопартизанской и Дубровки. Из минометов российские наемники открыли огонь по позициям близ Новоазовска. Также они 3 раза обстреляли из града украинских силовиков на территории аэропорта в Луганске. Отмечена активность диверсионно-разведывательных групп террористов близ населенного пункта Попасная. Силы АТО принимают меры по их поиску и обезвреживанию. ОБСЕ направит 16 наблюдателей на украинско-российскую границу. В течение 3 месяцев они будут отслеживать ситуацию на пунктах пропуска Донецка и Гуково. Впрочем, такое количество международных специалистов ничтожно мало, говорит спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. По его словам, наблюдатели должны быть на всей протяженности границы, а не только в тех пунктах, которые предложила Российская Федерация. У нас 2000 километров. У нас 2000 километров государственной границы между Украиной и Российской Федерацией. Это количество наблюдателей, вероятно, не успеет мониторить всю ситуацию, происходящую на границе. Если действительно есть желание отслеживать, то, наверное, им нужно было бы находиться в тех участках, где ведутся постоянные обстрелы. За неделю силы АТО освободили от бандформирования 10 населенных пунктов. Об этом сообщил спикер информцентра СНБО Андрей Лысенко. Среди отбитых у террористов Луганской области города Попасная, Лисичанск, Рубежная, Первомайск, поселки Юбилейный и Георгиевка, а также города Дзержинск, Солидар, села Карловка и Нетайлово в Донецкой области. Россия продолжает наращивать свои войска на границе с Украиной. Сейчас на рубеже уже более 15 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил посол США в НАТО Дэвид Фефф. Такое количество солдат превышает предыдущие показатели, о которых заявлял Пентагон. Ранее представители Соединенных Штатов говорили о 12 тысячах российских военных в приграничных с Украиной регионах. ЕС обнародовал новый список санкций. Брюссель применил ограничения к высоким должностным лицам России, членам Совбеза Федерации, руководителям ФСБ, службы внешней разведки, президенту Чечни Рамзану Кадырову, а также к лидерам террористов на Донбассе. В этот перечень включены и сами пророссийские террористические организации. Также среди фигурантов списка и 9 крымских компаний. Севастопольские и Керченские морские торговые порты, Массандра, Магарач, завод шампанских вин «Новый свет» и другие. В целом речь идет о 15 лицах и 18 компаниях, которых затронет замораживание активов и запрет на выдачу виз. Таким образом, количество людей, которые попадают под ограничения Брюсселя в связи с ситуацией в Украине, увеличивается до 87, а количество компаний – до 20. Адреналин, рев мотора и скорость. Однако далее речь пойдет не о Формуле-1, а о юном призере чемпионатов Кубка Украины по картингу Даниле Лазареве. В свои 10 лет у него уже около 30 кубков победителя. С маленьким гонщиком знакомилась Екатерина Доброгорская. Тренирует юного чемпиона отец. Рассказывает, сам в детстве увлекался гонками. Когда впервые привел сына на трассу, тот показал невероятное мастерство. Я сам юные годы занимался картингом, потом получилось так немножко поездил, пришлось на кузове, немножко даже на формуле. Мне очень нравился автоспорт. Его первый опыт езды на карте получился очень эффектным. Честно говоря, никто из тех, кто видел, не верил, что этот ребенок едет первый раз. И в 6 лет на первом же своем соревновании Данил Лазарев пришел первым. Я тогда очень сильно волновался перед гонкой, и когда я вышел вот на трассу, у меня волнение прошло, и я поехал. Это был чемпионат Украины, начало сезона, там было 15 человек, я пришел и стал первым.
На тренировки у Данила уходит не менее 10 часов в неделю. Отец гонщика рассказывает, главное научить ребенка не лениться. Ведь если хочешь быть Шумахером, нужно тренироваться много и усердно. Бывало и такое, что после финиша Данил буквально засыпал, не выходя из карта. Если мы выезжали на тренировки, то это на целый день. Ребенок в таком возрасте тренировался, потом спал, отдыхал, кушал, опять тренировался. То есть 100 и более кругов за день мы наезжали. Это для нас стабильно. Сначала мы научили его работать. За 5 лет у 10-летнего Данила уже около 30 побед. Мечтает вырасти и стать чемпионом мира. У меня есть цели, когда я вырасту, стать чемпионом мира в Формуле-1. Я хочу быть похожим на Феттеля. Совсем недавно Данил пришел первым и на 4-м этапе Кубка Украины по картингу. Но, к сожалению, дальше участвовать не сможет из-за отсутствия финансирования. Ведь только на подготовку карта нужно не менее 10 тысяч гривен. Впрочем, мальчик не унывает и продолжает настойчиво идти к своей мечте. Екатерина Доброгорская, Виктор Сенкевич, БТБ. Ну и пока на этом все. Еще увидимся. До встречи.